Рядом со мной стоит игрок символической сборной 4-го игрового тура континентальной футбольной лиги, игрок футбольного клуба «Титаны» сборной России Гамид Шахбанов. Гамид, ну расскажи, пожалуйста, про вчерашний день, про ваши игры 1/16 и 1/8 финала. Здравствуйте. Да, говорить нечего. 1/16 целиком полностью борьба, никакого футбола, и вот, получается, прошли по пенальти. Повезло вам в 1/16? Не то чтобы повезло, просто, блин, собрались во втором тайме и дожали, перестроились под их футбол. Поле маленькое относительно первого, и не могли навязать свой футбол, потому что там они играют повыше. Пришлось переходить под их футбол, длинные передачи, сбросы, вот и прошло. Вчера вы потеряли 3 игроков стартового состава. Да, это сильно скажется на сегодняшних матчах? Однозначно, потому что это потеря, но мы будем биться за них тоже в том числе. Гамид, самый главный вопрос. Расскажи, пожалуйста, про матч с Эльбиной. Все-таки ты и в предматчевых интервью говорил о том, что ты не хочешь встречаться именно со своей бывшей командой. Вот какие были эмоции, расскажи. А почему бывшей? Ну, потому что ты все-таки играл за них в прошлом году, сейчас за «Титан». Ну, а они всегда свои. Нет, ну, все-таки фактически, да, то есть. Фактически, да. Да, ну, конечно, это тяжело, потому что... Ну, это как бы не просто команда, это братство. Я вырос там, поэтому тяжело. Если это было бы как бы просто команда бывшая, то вообще нет проблем. А тут отношения чуть-чуть иные. Ну, собственно, ты, я не знаю, так драматически, да, предрешил, можно сказать, исход этой встречи, забил решающий пенальти. Вот вспомни эмоции, когда ты шел, была вот эта пауза, расскажи, пожалуйста. Это не передать, конечно, словами, но выбора не было, это работа. Назначили, кто бьет, пришлось подходить и ставить точку. Как бы мне этого не хотелось, конечно. Что сказал тебе вратарь, все-таки ты его знаешь, видно было, что-то тебе о чем-то говорил, что он... А у нас свое, мы с ним постоянно, по пенальти, короче, перед товарками, перед тренировками, и он подходил там, типа говорил, что, в свой угол. Ну так, пытался как психологически меня чуть вывести. Ты свой угол пробил? Нет. Гамид, ну что ж, поздравляю тебя с тем, что ты в 1/4 финала континентальной футбольной лиги от нашего партнера компании 1xBet. Вот наш подарок и удачи в четвертьфинале. Спасибо очень.